Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, а значит, это седьмая часть прохождения Gran Turismo с первой PlayStation. Ну, значит, в прошлой серии мы с вами продолжили проходить чемпионаты, прошли уже более серьезные чемпионаты, GT-кубок, клубный кубок, и заработали, прокачали Сильвию до конца и заработали гоночный чайзер. Вот такой вот чайзер. Ну и в этой серии он нам поможет, надеюсь, что поможет пройти вызов чемпионатов, вызов стран. Это уже очень серьезный чемпионат. Вот, ну и думаю, что на нем мы сможем одолеть его. Хотя будет уже непросто. Еще в прошлой серии... Прошлая серия получилась довольно длинной, больше 40 минут. Я думаю, наверное, стоит в каждой серии проходить все-таки по одному чемпионату. Если проходить по два, видео получаются довольно длинными. Вот, поэтому в этой серии мы, наверное, пройдем... Ну и чемпионат становится все длиннее и длиннее, раз больше. Количество кругов возрастает. Поэтому... В этой серии, я думаю, мы пройдем только вот этот чемпионат. Он довольно серьезный уже. Так, ну и приступим. Не откладывая в долгий ящик. Американо-японский чемпионат. Здесь машины уже будут гоночными. Очень серьезно прокачанными. Так, первая трасса Trail Mountain в обратку. Квалификацию пропускаем. Посмотрим, кто наши соперники. Ага, Impreza, R32, Skyline, Corvette. Из американских Corvette и Viper. Ну, японских большинство. Так, ну здесь вообще в этой части японских и европейских машин очень мало. Первая часть, конечно, по большей части про японский автопром. Но уже во второй части эта ситуация гораздо сильнее изменится. И паритет там японо-американский автопром восстановит. Так, ну что же, начинаем. Так, Вайперюга хочет у нас отыграться. Да, тоже чайзер страдает недостаточной поворачиваемостью. Да, здесь надо уже концентрироваться гораздо больше, поэтому... Так говорить, как в прошлых частях, у меня не получится, наверное. Иначе я буду сливать. Так, тем временем мы перебрались на третью позицию. Впереди у нас два полноприводных аппарата. Rallyna Impreza и Nissan Skyline. Так, Skyline остался позади. Так, подвинься-ка, парень. Надо пропускать старших братьев. Более мощных. Так, ну вот, долгожданная первая позиция. Теперь надо ее удержать. Как мы видим, по наклейкам на нашем чайзере. Ох ты! Наглец! Не надо. Это не надо. Ты все-таки вышла вперед. Наглая импреска. Так вот, как мы видим по наклейкам нашего чайзера, прокачан он в тюнинговом ателье Toyota TRD. Toyota Racing Development.
который разрабатывает тюнинговые части для своих же машин. Ну и Чайзер, конечно, преобразился довольно-таки сильно. Ага, что импресска, мощей-то не хватает, да? Ой-ой-ой-ой-ой, это было очень опасно, черт, остался один круг, придется отыгрываться, отыгрываться очень серьезно. Так, ну я тут режу, но без этого никак. Я, с вашего позволения, помолчу, потому что надо улучшать свою ситуацию. Есть. Вообще в автогонках, вот в таких кузовных, есть, конечно, такой прием, как облокачивание, так называемое, оттирание, но не настолько жесткое, как делал это я. Там позволяется тереться бортами на ходах в поворот, в отличие от гонок формульных, где, в общем-то, практически за каждое касание следует неминуемое наказание. Так, новые рекорды, ну естественно, машина-то, ого, гоночная уже. Так, ух ты, приближаемся к метке в 100 тысяч, великолепно. Так, ну, значит, смотрим, что у нас там за следующий заезд. Ага, ночная гонка, по спешл стейдж. Так, ну, квалификацию уже по обыкновению пропускаем. Ну и сразу стартуем. Да, думаю, если бы мы когда планировали на Сильве еще проходить этот чемпионат, сюда пришли, делать нам бы тут было нечего, потому что Чайзер, конечно, гораздо более сбалансированная машина, гораздо более, ну, так скажем, гоночная. И то здесь возникают некие сложности. На Сильве, я думаю, он был бы вообще непроходим. Так, ну вот, втиснулись. Сейчас как раз в Формуле 1 идет августовская пауза, каникулы эти почти месячные, 4 недели. И мне так скучно, я уже соскучился. Сейчас уже почти 3 недели прошло, осталось в принципе немного, чуть больше недельки подождать, но, черт возьми, это невыносимо. Вот приходится себя развлекать вот гонками Гран-туризма. Жду не дождусь, когда же наконец-таки Гран-при Бельгии. Великолепная трасса с Спа-Франкоршам. Ох, помните знаменитейший уже
Весь мир, конечно, обгон Мики Хакинена, Михаэля Шумахера в 2000 году, когда он буквально по бровке там протиснулся между Рикардо Зонтой, ну и, собственно, обочиной, обогнав его практически одновременно с Шумахером в тот момент, когда тот проходил его Зонту кругового, но по другой стороне Хакинен бросился то же самое делать, но очень опасно, втискиваясь буквально, как говорится, в игольное ушко. Просто он просочился там и тем самым прошел их обоих. Но самое-то главное, конечно, что этим маневром он опередил лидировавшего на тот момент Михаэля. Вот, ну и выиграл ту гонку. Конечно, обалденный, красивый момент, который стоит в учебники по автоспорту вносить. Хотя маневр, конечно, был очень опасный. И именно из этого, может, тогда его и не стоит вносить в учебники. Но, по крайней мере, маневр, которые случаются, ну, раз, наверное, в десятилетку, а то и реже. Многие его считают вообще лучшим обгоном в Формуле 1. Но я думаю, это так считают все же те, кто, ну, более молоды, те, кто не видел гонок Формулы 1 в 60-е, 70-е, ну или хотя бы записи не смотрел их. Я бы не назвал, конечно, его лучшим в истории, но обгон очень красивый, заслуживающий как минимум очень большого внимания и входящий, наверное, в топ-5 обгонов, может быть, в топ-10 за все времена. Так, тем временем мы наконец-таки превзошли сумму в 100 тысяч рублей. Ну, конечно, не рублей, а кредитов гоночных здесь внутри игровых. И это не может не радовать. Так, продолжим. Ага, трасса High Speed Ring, там я просмотрел что-то. Надпись нам подсказывает. Здесь у нас проблем не должно быть. Скоростная трасса, довольно простая, тоже, которая есть во всех частях Гран-туризма. Вайпер красавец, конечно, которого мы только что сделали, и он тут же отыгрался. Наглец этакий. Не хочет сдаваться. ГТОшка. Ну, ГТОшка, на мой взгляд, на этом чемпионате слабовато прокачана. Для ее веса эта мощность, конечно, недостаточная. То есть она полноприводная. Надо было ей немножко добавить мощей. Буквально чуть-чуть. Буквально, может быть, около 50 лошадей. Она бы... То она бедная тут приезжает последней. Ух ты! А Чайзер-то тем временем выдал 320 км в час, обалдеть! Вот это было сильно. Но это мы залезли в слипстрим, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой, ловлю-ловлю. Так. Стоит поднажать. Ну-ну-ну-ну-ну. Не квакай. Когда мы играли в Gran Turismo в детстве, ну, в основном это было заметно на трассе тест-курс, которая тут присутствует только в чемпионате Мега. И мы не могли понять, почему иногда машины выдают больше, чем, ну, как бы обычно, скорость на той трассе. И мы это называли, о, ну, допустим, там ГТОха, ну, она втупила и понеслась, сломя голову.
Как-то мы не... Да что такое? Эффекта слипстрима никакого, естественно, тогда в играх нигде больше не было, и мы не могли представить себе этого. То есть слышать я уже слышал на тот момент. Естественно, я уже и тогда смотрел гонки Формулы-1. Но не очень увлекался. Не нравились, но их тогда у нас показывали мало. Вот, но из трансляции я уже знал, что такое эффект слипстрим. Ох ты! Это был третий круг. Я что-то рассчитывал еще на один. Так что мы вторые. Ну и в общем, ничего страшного. И в общем, непонятно было, что это такое. Почему машины иногда как-то не могли мы сопоставить то, что едешь позади какой-то машины, и вот тогда только она разгоняется быстрее. Вот, и максимальную скорость лучше развивает. Но оказывается, это уже в первой части, на тот момент, вот присутствовал этот эффект слипстрим воздушного мешка. Так, ну продолжим. Что у нас там за следующая трасса предстоит? Угу, Гран-Туоли. Маленький, да еще и в обратку. Ну ладно, ладно. Так, это уже получается четвертая трасса. Швыряет-то на кочках. Ой-ой-ой, нехорошо. Очень нехорошо. Да, у Импрезы-то максималочки не хватает. Агрегат Торолини настроен на быстрый разгон, чтобы быстро-быстро цеплял скорость. Напрямую отыгрались. Очень мне нравится морда Чайзера, прям такая красивая. Ну, отлично. Сейчас
Сейчас-то можешь ехать вперед импреза, можешь, да, даже можешь на круг обогнать. Так, что у нас там по очкам? Корвет-то одну гоночку у нас выиграл. Ага, но все равно он на третьем месте. Основной соперник у нас импреза, и она уже отстает на 11 очков. Это значит, что впереди одна трасса, и она уже в любом случае не сможет выйти вперед. Так что, в принципе, поздравляю с чемпионским титулом нас. Очередным в таком серьезном соревновании. Так, ну все равно мы продолжим. Далее. Ну, естественно, новые рекорды на таком-то агрегате. Кошелек у нас пухнет просто от денег. Так, ну и нам остался последний не чемпионат, точнее, а трасса. Последняя трасса. Уже в ранге чемпионов мы ее проедем. О, и это будет Special Stage 11. Супер босс этой игры вообще. Тоже одна из тех трасс, которую бы я очень хотел увидеть в шестой части. Ну или хотя бы в седьмой, которая, надеюсь, когда-нибудь выйдет на четвертой PlayStation. И Имаучи не заставит нас так долго ждать, как мы ждали пятую часть. Ну, будем посмотреть, как говорится. Очень она сложная. Коварные повороты, извилистые. Все это дело ночью еще происходит. Но, конечно, она больше всего знаменита вот этим поворотом. Да, связка даже... Там ГТОшка, по-моему, затупила что-то в той связке. Так, ага, толкнул меня вайпер. Спасибо. Так, 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 ну вперед-то не стоит вылазить. То, что подтолкнул, молодец. Ну, оставайся там. Позади. Так, ну это сладкая парочка опять. Импреза из Скайлайна. Трепетом жду длинную гонку по этой трассе. Это будет, конечно, испытание не из легких проехать. А, по-моему, 30 кругов здесь гонка есть по R11. Причем в двух направлениях. Одна гонка прямо, а другая в обратку. Так, а тем временем Skyline вперед вышел. Импрезе не дается эта трасса. Так, давай-ка, Sky, ты меня пустишь вперед. Все-таки чемпионов надо пропускать вперед. А между собой там сражайтесь за второе место. Ох, как это было близко. Ну, конечно, на скорости проходить этот поворот одно удовольствие. Когда это получается сделать чисто, это просто какой адреналин. Напишите в комментариях под видео, кому бы какую трассу хотелось видеть в новых частях Гран Туризма. Имею в виду из старых.
из оригинальных. Например, даже из первой, ну, хотя из первой шестой части, как, в принципе, все есть, кроме как раз этой. Ну, из всех остальных частей, которые пока еще не представлены в шестой части. Какую бы хотелось больше всего. Какая любимая является. Какая наиболее сложной, по вашему мнению. Наиболее бросающий вызов гонщику. Считать, что удачно прошел эту трассу вообще, потому что 3 из 3 получилось пройти эту связку сумасшедшую, ни разу там не вмазавшись в отбойник. Фу, да. Даже руки немножко вспотели. Держаться за баранку. Так, ну что мы имеем? В итоге у нас из 5 4 победы, 1-2 место, безоговорочное лидерство. Импреза взяла 2 место, Корвет 3. Ну и там уже... Так, нашкребли очков немного. Трое остальных участников. Так, новый рекорд. Ну, тут, по-моему, мы вообще впервые ехали по этой трассе в обратку. Так, ну вот он наш красавец Чайзер, позволивший нам выиграть этот чемпионат. Посмотрите, как он бликует, как отражается в нем свет фонарей. Прекрасно, просто прекрасно, красиво. Так, ну что же, надо нам получить свои призовые за чемпионский титул. Так, и у нас уже тем временем какая-то невероятная сумма денег, 150 тысяч. Очередной кубок у нас в кармане, новая машина. И, кстати, я тут повспоминал, и, по-моему, нам сейчас дадут... Здесь две машины дается, но чаще всего дают FTO LM Edition в синей раскраске. С дрожащими руками я нажимаю и захожу в гараж. Итак, что же мы выиграли? И да, это FTO LM Edition. Ох, ну просто еще и в черной раскраске. Просто великолепно. Это настолько... Редкая была раскраска давалась в той версии игры, в которую я обычно играл в детстве, в японскую. Обычно ее давали в сине, такой в сине-зеленой раскраске, оттенки такие бирюзовые были. И нам так хотелось заработать ее в черном цвете, но так она и не давалась. По-моему, один раз только нам удалось ее черной заработать, а может, я даже и вру. Не помню. Или даже, да, или вообще не удавалось нам ее заработать в черном цвете. Да, ну, великолепная машина. Очень сбалансированная, полноприводная, легкая, мощная для своего веса. Это просто мощность у нее какая-то запредельная. Машина, конечно, по своим параметрам может сражаться с гораздо более...
сильными соперниками. Я думаю, что еще один чемпионат, где представлены японские марки, мы пройдем именно на ней. Ну а чемпионат British vs. America vs. USA мы пройдем, скорее всего, на машине, которую нам дадут вот здесь. А здесь нам, по идее, должны дать Вайпера GTSR. Да, насколько я помню. И как раз нам не придется покупать машину. Мы как раз накопим еще денег, и на эти деньги мы будем покупать машины, на которых пройдем вот эти вот чемпионаты. Переднеприводный, полноприводный и чемпионат Lightweight. Малолитражек. Но, дорогие зрители, это будет уже в следующей серии. А сейчас мы засейваемся и будем прощаться. Потому что серии все-таки, думаю, не стоит делать длиннее получаса. Хотя, наверное, она уже и так получилась длиннее. Но тем более нам стоит закруглиться. Да, сейчас мы попрощаемся. Повторяюсь, подписывайтесь. Думаю, дальше будет интересней. Я вам рассказал, что планирую еще несколько прохождений. Ну, по крайней мере, добить прохождение первой Gran Turismo и сделать прохождение полное второй части. Ну, а там дальше посмотрим, как что будет обстоять дела с техническим моим оснащением. Так, ну что же, прощаемся на этом. С вами был Скудер. Всем пока-пока. Увидимся в следующей серии.